Всем привет, с вами Саня Игрушкина. Поздравляю вас всех с 9 мая. И сегодня я буду рисовать и рассказывать стих. Про 9 мая, да? Да. Рисовать. Сначала я нарисую самого дяденьку, который будет в шлеме. Нет, это равно ничего. Который будет в шлеме военным. Это как бы будет... он будет моряк. Вот такой вот у меня получается дяденька. Мы, кстати, в школе рисовали на ИЗО тоже. Это будет моряк. Ну, моряк, конечно, будет не в воде, а на суше. Ну, здесь стерит. Что за нога? Перерисовала чуть-чуть другие ноги. Я уже начинаю рисовать глаза. Господи, что за уши? Ладно, нормально. Я уже начинаю рисовать ему рот. Вот. Лицо. Да, лицо мы уже нарисовали, получается. Вот. 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 Мне кажется, он больше на тюремщика похож. Ну нет. Это моряк. Дальше что? Дальше будем корабль рисовать. Это типа парусник. Штурвал, да? Да. Конечно, штурвал чуть-чуть не так рисуется, да? Может так. Сейчас я буду делать 9 мая. Только остается раскрасить. Надо карандаши чуть-чуть. Раскрасим флаг и корабль. Белое я так и оставлю. Так, теперь будем раскрашивать корабль. Корабль я сделаю зеленым цветом. У меня получился рисунок. Я его даже подписала. Саня Игрушкина. А сейчас я буду рассказывать стих. День Победы, День Победы, праздник бабушек и дедов. День Победы, День Победы, отмечает вся страна. День Победы, День Победы, это знаем ты и я. День Победы, День Победы, лучший праздник для меня. И этот стих я сочинила сама. Все, с праздником всех. Пока. И всем пока. Всех пока.